22 октября в Институте скорой помощи имени Склифосовского прошла очередная школа для хирургов-колопроктологов «Прокторус». У нас очень интенсивный, насыщенный день, посвященный практическому освоению самых необходимых навыков по дезартеризации геморроидальных узлов, склерозированию, лигированию, конечно, лазерным технологиям и применению современных энергетических установок при лечении геморроя. Прошедшая однодневная школа была полностью посвящена практической колопроктологии. Прекрасная возможность для того, чтобы отточить и узнать про новые навыки, про новые методики, про новые энергии, которые можно использовать в современной колопроктологии. Прокторус – это уникальное событие, когда можно встретиться с ведущими колопроктологами Москвы и всей России и получить у них дельный совет, попробовать себя в живой хирургии и где тебе подскажут, как правильно действовать в той или иной ситуации. Прочитают уникальные лекции, которые можно услышать только здесь, на Прокторусе, и получить лучшие практические навыки от лучших специалистов. Аудитория школы Прокторус – специалисты как амбулаторного звена, так и стационара. В связи с переориентировкой деятельности с стационарной на амбулаторную возникли пробелы в знаниях, по крайней мере, их ощущения. Поэтому приехал на школу Прокторус. Давно уже про нее слышал, давно хотел приехать, но сейчас уже это необходимость. Замечательная программа, замечательные лекторы. Многих из них давно знаю. Это здорово. Прокторус – это уникальное мероприятие, которое сочетает в себе и мощную теоретическую базу, и освоение нашими курсантами практических навыков. Сегодня наши курсанты могут попробовать и латексное лигирование, и склеротерапию, и лазерные технологии, и электрохирургию. Все это на современном оборудовании, все это с комментариями наших менторов, все это очень полезно, и все это будет помогать нам, нашим коллегам лечить пациентов безопасно, эффективно и надежно.